В Уфе в эти минуты начинает свою работу форум, посвященный биржевой торговле и инвестициям. Специализированное мероприятие будет проходить в столичном Ледовом дворце «Уфа-Арена». Подробнее о форуме в эфире «Вести» мы поговорим с одним из его организаторов, руководителем молодежного финансового центра Айратом Бакаевым. Сейчас он находится на связи с нашей студией. Айрат Ахатович, здравствуйте. Итак, расскажите нам о целях данного мероприятия. Здравствуйте. Сегодня в Уфе проходит выставка «Биржевая торговля и инвестиции», организованная агентством «Дериватив Эксперт» и фондовой биржей ММВБ РТС. На выставке будут участвовать все инвестиционные компании региона, которые представят населению нашей республики новейшие разработки в области биржевой торговли, проведут мастер-классы, проведут дискуссии и другие мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности нашего населения. На ваш взгляд, кому этот форум будет наиболее интересен? Данная выставка является одним из важнейших событий на фондовом рынке нашей страны. Она будет интересна прежде всего людям, которые активно занимаются биржевой торговлей, и всем тем, кто интересуется данным видом деятельности. Для всех гостей выставки будут проведены мастер-классы, дискуссии, а само мероприятие закончится биржевым турниром. Спасибо. Мы напоминаем, что на связи со студией «Вести» находился руководитель молодежного финансового центра Айрат Бакаев. Мы говорили о форуме биржевой торговли и инвестиций, который в эти минуты начинает свою работу в Уфа-арене.